Я, наверное, думаю, что в том, что на стране более-менее спокойно при таком президенте. Потому что все в стране нашей решает он. Ни парламент, ни собрание, все решает он. Я думаю, что его просто люди любят, поэтому он так долго здесь. И он держит страну, потому что если будет кто-нибудь другой, еще неизвестно, что будет. Не президент вырашает, каким будет, а народ, как бы, чего мы досягнули у той час, и чего досягнули, значит, когда он не меняется, значит, может быть, и народу до конца не треба, и народ не соспел, как становился инше. Ну, это дренно, прикро, коли сказать по-иншему, але так есть. Во-первых, он очень умный, скорее всего, как бы, наверное, входит в положение простого народа. Ну, я не знаю, успехов ему. То есть мне бы хотелось, чтобы всегда вот эта вот стабильность и продолжалась. Мир, и чтобы не было войны. Ну, что он снизу вышел, в том смысле, что с наших, так сказать, вот, и с простых людей. И... Я вообще-то не гражданка Беларуси, гражданка Латвии. И когда приезжаю в Латвию, я всегда все рассказываю, что у нас замечательно здесь, и мне жизнь здесь действительно комфортно и хорошо. Потому что хозяин. Ну, я бы сказал, удается. Он же хороший, так сказать, президент. Старается, чтобы было в Беларуси спокойствие и благополучие. Народ доверяет президенту. Ну, стабильность у нас вот, в стране. В чем секрет успеха, как вы думаете, его? Никакой.